Да, мы открываем семинар в весенне-летнем семестре. Наш первый докладчик Наталья Иуду из университета Ланкастера, и она нам расскажет о некоммутативных пуассоновых структурах, гомологиях типа Хохшильда и теории базисов Грёбнера. А, Наташа, большое спасибо, что вы согласились выступить. Пожалуйста. Спасибо за приглашение. Это очень приятно быть опять в Москве в некотором смысле. Вот. Ну, я тут начинаю, так сказать, с некой цитаты из работы Герстенхабера и Воронова, чтобы дать вам представление о том, зачем и почему и что я собираюсь обсуждать. То есть вот примером такой алгебраической структуры, которая здесь как бы примером такой алгебраической структуры мы будем заниматься. То есть высказывание состоит в том, что вот эти разного типа алгебраические структуры появились в квантовой теории поля и в теории вертексных алгебр, и это возродило, так сказать, интерес к операдам и к алгебрам с многими операциями. И вот как бы это все, так сказать, порождено неким физическим взглядом на Вселенную, который рождает ряд новых структур, до сих пор не изучавшихся, в общем-то, но структур такого же типа, как классические структуры, группы, все, что как бы изучали до того, это, в принципе, такого же типа структуры, но другие. И вот, как бы, ну, уже, конечно, это все происходит давно, и многие математики, вот здесь перечисленные, так сказать, занимались этими вещами. И вот одной из этих структур, из структур такого типа, я хочу сейчас заняться, а именно так называемой Преколабияу структурой, и заняться, и понять, как она связана с теми структурами, которые уже существуют и каким-то образом возникли, вот такими, как двойная скобка Пуассона. Да, тут какой-то в чате что-то. Можно я не буду обращать внимание на чат, если что-то это есть вопросы? Это ссылка на слайды ваших докладов, так что не обращайтесь. То есть если есть какие-то вопросы, просто лучше спрашивайте. Узнать. Я не буду смотреть на чат, если можно. Вы смотрите и мне передавайте. Вот. Так вот, значит, это Преколабияу структура, она оказывается, в некотором смысле вобрала в себя такую уже известную структуру, как двойная пуассонова скобка. И вот мы в одной из работ, которые я упоминаю в тезисах, мы показываем точно, каким образом двойная пуассонова скобка появляется как часть общей Преколабияу структуры, то есть указываем некую биекцию из двойных пуассоновых скобок на определенную часть Преколабияу структуры. И таким образом Преколабияу структура становится, ну, как бы ее можно рассматривать как некоммутативную версию пуассоновой структуры, вообще говоря, в том смысле, в каком, ну, это обычно, так сказать, в каком, в одном из смыслов, в каком, значит, некоммутативные структуры вообще существуют, то есть это структуры на некоммутативном объекте, некоммутативной алгебре, скажем, которые индуцируют соответствующую классическую структуру на пространстве представления этой алгебры. Вот тот факт, что двойная пуассонова скобка индуцирует пуассонову скобку на пространстве представлений, был изучен Ванденбергом. Собственно, он
так сказать, создал эту двойную пуассонову скобку из того, каким образом происходит, работает скобка на пространстве представлений алгебры. То есть неким artificial, так сказать, способом он создал эту структуру, и сейчас мы видим, что она на самом деле вкладывается вот в структуру более общую. Ну, Калабияу, это имеет отношение к многообразиям Калабияу? Ну, я сейчас дам все точные определения, а, так сказать, она не имеет прямой связи даже, так сказать, ну, точной связи даже с Калабияу структурой. У нее есть некая, так сказать, ну, вот в топологической квантовой теории поля есть некий смысл, который, из-за которого она так называется. Ну, несущественно. Да. Но, в общем-то, формально, алгебраически, она даже не Калабияу структура, и она не... Она совершенно другая структура, вот, которую я сейчас определю с определенной точки зрения, с такой, ну, в общем, я начну с просто а-инфинити структур и аналогично, так сказать, продолжу это вот до Калабияу структуры. Ну, хорошо, я не буду забегать вперед. В общем, давайте начнем с двойной пуассоновой скобки. Я напомню ее определение. Значит, это вот та структура, которую создал Ванденберг. То есть у нас есть мэп из линейный мэп из тензорного квадрата алгебры в тензорный квадрат теперь. То есть если обычная пуассонова скобка действует в одну копию алгебры, то тут у нас будет мэп в две копии алгебры. И этот мэп удовлетворяет, ну, некому аналогу антисимметричности. А именно, если у нас есть элемент из тензорного квадрата, то мы называем оппозит элементом, элемент, у которого все тензоры перевернуты. И вот если мы перевернем входы этой операции, то должен получиться, в результате мы получим с минусом такой вот оппозит элемент для, с перевернутыми выходами. Дальше мы имеем двойное тождество Лейбница. То есть здесь вот проявляются все эффекты того, что у нас есть две копии на выходе операции. Вот. Значит, двойное тождество Лейбница выглядит вот так, и здесь мы, что имеется в виду, как мы умножаем элемент тензорного квадрата слева и справа на элемент алгебры, мы имеем в виду внешнее произведение на бимодуле. То есть, когда мы умножаем продукт, скажем, B на C, ну, A на C, тензор А тензор С умножаем на Б слева, это значит, что мы умножаем слева только левую компоненту тензорного произведения. Обычная, значит, внешняя бимодульная структура на А тензора используется. Ну и двойное тождество Якоби приобретает вот такой вот странный на первый взгляд вид. То есть мы должны ввести некую левую скобку для того, чтобы уметь умножать тензорные произведения, брать скобку элемента с тензорным произведением. При этом мы на самом деле берем скобку только с самым левым элементом, а остальные остаются нетронутые. О, это должно быть 2, а 2. А один мы умножили, а два и так далее остаются на месте. Вот, это такая левая скобка. Она нам нужна для внешней скобки, потому что здесь у нас уже стоит элемент А на А, элемент тензорного квадрата. Все вместе будет элемент тензорного куба.
когда мы возьмем эту левую скобку. Ну и, как обычно в тождестве Якоби, мы переставляем входы, соответственно. Вот здесь вот перестановка 1, 2, 3 действует. У нас получается места А, Б, С, Б, С, А и так далее. Но мы должны после этого, после того, как мы применили эту операцию, должны переставить выходы тоже. То есть вот к результату этому элементу из тензорного куба мы должны применить вот такую вот транспозицию, то есть переставить выходы этой операции. Ну, выглядит, конечно, достаточно как бы artificial, не очень естественно, откуда это берется, не очень понятно, но это вот правило, которому должны удовлетворять элемент алгебр. Если мы посмотрим на матрицы и хотим на матрице иметь пуассонову скобку, вот это правило как бы вытащил из этого умножения на матрицах, из этих операций на матрицах Ванденберг и, так сказать, вот вывел это в эту аксиому. 1, 2, 3, они тоже в индексах, да? Да-да, в индексах, ага, это тоже десятка, да-да. Да. Вот. А обычная пуассонова структура получается, если взять эту двойную и композицию с умножением, или не получается? Нет, не только. Это нет, там немножко сложнее. Это получится коммутативная пуассонова скобка. Ну, как бы неинтересно. Коммутативная в смысле нулевая? Да. Да. Ага. То есть сейчас нет. Я имею в виду, что если взять вот эту двойную скобку, она бьет в тензорный квадрат алгебры. Ну да, если просто умножить. А потом операция, да, умножения. Это что, тождественный ноль будет? Допустим, даже алгебра коммутативна, там такая как алгебра функций на каком-то объекте. Так просто кажется, что тождество Лейбница превращается в обычное тождество Лейбница для скобок Пуассона классических. А, ну и вот антисимметрия вроде бы тоже. Нет, получится, конечно, скобка Пуассона получится. Но вот то, что он, ту структуру, которую он рассматривал на представлениях, нет, ну это, видимо, какая-то другая структура. Это другая. Просто на самом алгебре А пуассонова структура. Да, так, конечно, получится пуассонова. Если просто умножить, получится, но так в ней ничего нет интересного особенно. Вот. Ну, значит, теперь давайте перейдем, точнее, начнем смотреть на определение Преколабияу алгебры структуры. И начнем мы с определения А-инфинити структуры, потому что Преколабияу структура – это А-инфинити структура, ну, определенного типа на определенном объекте. Вот, то есть вот эти вот А-инфинити структуры или гомотопи тип структуры, введенные Сташевым, они вот, значит, в этом определении играют существенную роль. И что такое, собственно, коротко? Это я потом буду разъяснять это определение, но коротко А-инфинити структура на А плюс двойственная, обычная линейная двойственная К, на А плюс А со звездочкой, которая циклически инвариантна относительно некоторого натурального скалярного произведения на А плюс А со звездочкой. Это вот Преколабияу структура. И такое определение возникло вот в районе вот 2006-2007 года вот в работах людей, которые как бы изучали вот топологические квантовые теории поля, и вот в случае открытых струн вот возникает эта штука, но на самом деле удивительным образом она возникает еще в совершенно другого рода местах в алгебраической геометрии и как бы совершенно независимых. Я не буду сейчас рассказывать эти как бы вещи, потому что это разные, так сказать, разного типа теории, но вот такого типа структура возникает не только
в том месте, где она возникла, как всегда бывает с интересными структурами. Ну вот, то есть, чтобы нам это все точно определить, начнем, поскольку это инфинити структура на где-то плюс удовлетворяющая неким условиям, мы начнем с того, что такое инфинити структура, и это нам поможет, как бы я хочу взять тут можно разные определения давать. Вот я хочу посмотреть на это под определенным углом. И вот, так сказать, первый, так сказать, baby example или простейший взгляд такого типа вот на просто infinity структуру. То есть что это такое? У нас есть градуированное векторное пространство и коллекция n-арных операций на нашей алгебре, которые удовлетворяют некоторым условиям. Значит, теперь, поскольку мы имеем градуировку, тут, значит, чтобы сформулировать эти условия, как нам хочется, удобно, вот, опять же, таким образом, какой будет использоваться дальше, в неком обобщении этого понятия, мы, значит, должны сказать, поскольку в некоторых местах я буду не обращать внимания на знаки, но в некоторых местах они действительно нужны, и тут важно, какую градуировку мы используем, и мы будем делать сдвиги этой градуировки, поэтому важно, в какой конвенции мы живем. То есть тут на самом деле могут существовать одновременно, в некотором смысле противоречивые, то есть разные конвенции о том, как связана градуировка со степенями операций. И вот из одной конвенции в другую можно перейти вот сдвигом градуировки. И две основные конвенции, как бы наивно, как мы вот всегда считаем, в ассоциативной ситуации, например, у нас умножение обычно имеет степень 0. То есть если мы умножаем два элемента степени 1 и степени 2, то степень произведения – это просто сумма, ничего не добавляется. Операция имеет степень 0. Вот в этой конвенции это так, и при этом все остальные операции, у нас, значит, банч операции, вот n-арные операции присутствуют, они, соответственно, приобретают степень 2 минус n. N-арная операция имеет, операция r на степень n имеет степень 2 минус n, но в частности для двух это значит 0. Вот. А теперь в другой конвенции, которая интуитивно менее естественно, но она более удобна во многих вычислениях, потому что многие формулы, так сказать, подчиняются правилу Кошуля. Ну, я дальше скажу, как это работает. Но, во всяком случае, конвенция такова, что nth операция r на степени n имеет степень 1 всегда. Для любого n. То есть, когда мы имеем элементы степеней, степени 1, степени n, мы, результат применения этой операции имеет степень сумма этих степеней плюс единичка всегда. Вот это две такие конвенции, которые существуют как бы независимо, но можно заметить, что если мы, например, имеем конвенцию интуитивную, вот эту, которую я называю конвенция 0, а потом мы подвинем градуировку на единичку вправо, то есть шкалу потянем на единичку вправо, то степень всех элементов уменьшится на единичку. И при этом конвенция 0 автоматически переходит в конвенцию 1. Ну вот, как правило, существенные формулы мы будем писать в конвенции 1, которая более удобна, вот, именно потому что она удовлетворяет правилу Кошуля. И обычно вот для нее мы будем писать вот этот штрих, то есть степень штрих – это степень в конвенции 1.
уже сдвинутый, если мы начали с конвенции 0. Вот. Ну, это такое замечание вот насчет знаков, потому что в некоторых местах я буду обращать на них внимание, и, в принципе, они важны. Вот, значит, ну, теперь обычная Хохшильдова цепочка. Это, значит, если у нас есть, опять же, градуированная алгебра, тут я пишу опять сдвинутую алгебру А. Значит, это хомы градуированных пространств из какой-то степени, эльтой степени алгебры в себя. Вот. Но, как я уже сказала, поскольку градуировки и сдвинуты они или нет важны, например, для ли-структуры на градуированные ли-структуры на Хохшильдовых цепях, тут вот важно, чтобы иметь ту структуру, которую нам нужно, важно иметь сдвиг, то есть не саму алгебру брать, а градуировку, сдвинутую на единичку. Это вот это как бы, да. И на этой алгебре вот операция, которая даст нам потом ли-структуру, ну вот я как бы предпочитаю это проводить через прели-алгебру, структуру прели-алгебры на этом комплексе. Это значит, вот естественная операция подстановки одной цепочки в другую, то есть мы одну из операций применяем в каком-то месте и к результату применяем вторую операцию. То есть такая композиция двух вот этих двух мэпов дает нам, соответственно, вот мэп отсюда. И мы применяем эти композиции во всех возможных ситуациях, то есть любой выход из первой операции мы вставляем в любой вход из второй операции. При этом знак вот определяется тем, каковы были степени входов, какова была степень операции, через что мы ее пронесли и так далее. Опять же, сейчас я не буду на этом останавливаться, но знак тут важен. Вот, значит, вот такое вставление композиции операции определяет прели, градуированную прели-структуру. И, соответственно, операция, то есть что значит прели-структура? Это значит, что то, что мы получим, это градуированная right-symmetric, правосимметричная алгебра, или алгебра Винберга, ну, в данном случае градуированная, то есть ассоциатор будет правосимметричный. Если мы правые части переставим, то вот здесь возникнет знак, зависящий там от всего этого. Вот. И если мы возьмем градуированный коммутатор относительно этой правосимметричной алгебры Винберга, градуированной, мы получим некую градуированную ЛИУ структуру. Причем вот поскольку здесь везде знаки играют роль, вот тут важно, какой шифт мы брали на исходных алгебрах. То есть вот то, чтобы получить то, что нам надо, мы берем вот шифт на единичку и таким образом получаем градуированную алгебру ЛИ. Кроме того, если мы рассмотрим на ней дифференцирование, которое есть, это скобка, вот скобка этой алгебры Ли, которую я вот так обозначаю, герценхаберская, с умножением, то мы получаем дифференциальную градуированную алгебру Ли. И используя эту дифференциальную градуированную алгебру Ли, на ней мы можем написать, используя эту скобку, мы можем написать уравнение Мауэра-Картана, то есть
Ну, вот здесь на эту единичку можно пока не обращать внимания. Это, так сказать, просто означает, что у нас там ситуация была обычная, где всегда есть один выход. То есть это просто совокупность всех умножений любой арности, которые у нас имеются в этой структуре. И мы берем скобку такой совокупности с собой, которые есть всевозможные вот подстановки операций разных арностей друг друга, со знаком, вот, который тут уже написан точно, потому что здесь нам это уже нужно. Вот в конвенции 1 это будет сумма степеней всех элементов, которые мы прошли до того, как мы вставили соответствующую операцию. Вторую. Вот. Это значит уравнение Маура-Картана на нашей таким образом полученной дифференциально градуированной алгебры Ли. Так вот, что такое в этих терминах А-инфинити структура? Это решение уравнения Маура-Картана, вот элемент комплекса Хохшильдова, который является решением уравнения Маура-Картана относительно вот этой скобки Ли, которую мы определили. Ну, или есть, конечно, вот есть очень короткое эквивалентное определение, которое вбирает в себя те же самые условия, как что уравнение Маура-Картана, а именно вот мы можем на бар-комплексе алгебры, у него есть естественная коалгебра структура, то есть мы просто разделяем вот коумножение, это будет, так сказать, сумма всевозможных делений нашего элемента свободной алгебры на две части. И если мы, так сказать, используя наши операции, определим вот эти МК, операции о произвольной арности, если мы определим некий мэп, исходя из этих операций, то условие того, что этот мэп является кодеривейшеном, то есть в квадрате он ноль, он эквивалентен тому, что вот эти мэпы, из которых мы его построили, удовлетворяют Маура-Картану. То есть вот это другое определение, это вот А-инфинити структуры – это co-derivation на алгебре, на коалгебре бар-комплекса. Вот, ну, значит, простейшие примеры А-инфинити алгебры – это, например, ассоциативная алгебра с нулевым дифференцированием. То есть если мы напишем уравнение Маура-Картана в арности 3, вот с тремя входами, то это вот всевозможные комбинации. Здесь у нас две бинарные операции присутствуют, а здесь унарная и тернарная в разных комбинациях. И поскольку унарное дифференцирование равно нулю, то вот это все равно нулю, у нас остается ассоциативность. Да. Ну, а теперь, значит, вот более точно, что же такое Преколаби-Яу структура. Ну, вот у нее бывает степень еще. Так вот, в общем-то, это А-инфинити структура вот на этой алгебре плюс двойственная алгебра. При этом двойственная алгебра сдвинута на единицу минус d, но это имеет отношение опять только к тому, какой степени наша Преколаби-Яу алгебра. И, кроме того, второе условие состоит в том, что эта А-инфинити структура должна быть циклически инвариантна относительно вот пэринга, относительно скалярного произведения на А плюс А со звездочкой
естественного. То есть если мы применяем, вот если мы берем скалярное произведение некой операции от неких входов альфа-1, альфа-н, и произведение с альфа-н плюс 1, то мы можем циклически переставлять эти входы, циклически переставлять наши переменные, то есть мы можем альфа-1, например, подвинуть сюда, внутри скалярного произведения. При этом знак изменится на... То есть вот возникнет, значит, степень того элемента, который мы передвигали, умноженный на сумму степеней всех элементов, через которые мы передвигали. Вот таким вот образом меняется знак при циклической перестановке внутри скалярного произведения. А скалярное произведение, ну, естественное на вот А плюс А со звездочкой, то есть мы применяем функции из второй компоненты на элементе первой компоненты плюс знак, значит, зависящий от степеней второй пары, и вторая, значит, функция применяется, эволюируется на А. Ну, вот это такое естественное скалярное произведение на этой паре. Так вот, относительно него мы должны иметь циклическую инвариантность. Ну и третье условие, что алгебра сама, она является А-инфинити под алгеброй. Вот в А-инфинити алгебре на А плюс А со звездочкой. Ну вот примеры, значит, чтобы, так сказать, вот, например, Калаби-Яу структура на алгебре, она существует всегда. Она характеризует вашу алгебру, она существует не всегда. А вот пре-Калаби-Яу алгебра, в принципе, тривиальная, существует на любой ассоциативной алгебре, она существует всегда. И вот простейший пример, как структура на ассоциативной алгебре на А может быть продолжена до структуры на А плюс А со звездочкой, которая тоже будет окажется ассоциативной алгеброй. То есть это такие тривиальные случаи, а инфинити в обоих случаях. Вот это всегда возможно, потому что если у нас вообще есть любой бимодуль M, скажем, мы можем устроить на А плюс M ассоциативное умножение, вот умножая как бы все как положено и считая произведение F на G равным нулю, то есть за исключением последнего члена, вот это всегда дает ассоциативное произведение на сумме АМ, если мы умеем умножать модуль, если он у нас бимодуль, то все хорошо. Вот. То есть таким вот тривиальным образом любую А-инфинити структуру на А можно продолжить до А-инфинити структуры на А плюс А со звездочкой. Ну, в данном случае они обе ассоциативные. Но, конечно, вот существуют какие-то определенные продолжения, которые более интересные и которые не так тривиальны. То есть, как правило, речь идет не о существовании пре-Калаби-Яу алгебры, пре-Калаби-Яу структуры, не о как бы продолжении А-инфинити структуры на А-инфинити структуру на А плюс А со звездочкой, не о любом каком-то продолжении, а о каком-то интересном продолжении. То есть тривиальная пре-Калаби-Яу алгебра, пре-Калаби-Яу структура существует на любой алгебре, но как бы тривиальная неинтересна. Ну хорошо, теперь, значит, чтобы приблизиться к связи с двойной
скобкой Пуассона и к тому, как можно уловить связь между вот условием существования и условием того, что есть А-инфинити структуры на А плюс А со звездочкой и условиями типа двойного тождества Якоби и двойного тождества Лейбница и так далее. Вот мы рассмотрим, ну, сначала общее уравнение Маура-Картана на А плюс А со звездочкой. Оно имеет вид, опять же, вот, ну, как и общее уравнение Маура-Картана, то есть вот такие любые подстановки одной операции в другую со соответствующими знаками, как я раньше писала. Но мы должны здесь помнить, что вот любой вход x или x этой, он у нас на самом деле либо из алгебры, либо из ее двойственной, либо из функции. И вот если мы, так сказать, напишем уравнение Маура-Картана варности 4 и 5, то мы увидим, что они как раз имеют структуру, которая может быть сравнима с Лейбницем и Якоби соответственно. То есть тут у нас имеется композиция бинарной операции и тернарной операции в разных формах. И это как раз форма Лейбница. А в Маур-Картане у нас есть композиция двух тернарных операций, ну, при условии, что мы пока потребуем, что операции арности 4 в нашей структуре отсутствуют. Вот чтобы получить как бы чистое уравнение с той же структурой, что у Якоби, что у тождества Якоби двойного, мы как бы хотим, чтобы четвертая операция в А-инфинити структуре на А плюс А со звездочкой отсутствовала. И тогда действительно структура похожа. Но это еще как бы далеко не все, потому что да, нам надо точно построить двойную скобку, имея вот эти вот бинарные и тернарные операции в Преколабияо структуре. То есть вот сейчас мы попробуем написать формулу двойной скобки, которая будет удовлетворять аксиомам Ванденберга, имея Маура-Картана на А плюс А со звездочкой. И эта формула вот такова. То есть, значит, как мы определяем двойную скобку. Ну, мы можем ее определить, задав скалярное произведение с произвольным элементом GF из двух копий А со звездочкой. Ну, GF из А со звездочкой. Вот. То есть мы говорим, что скалярное произведение элемента BA на любой элемент GF, GF из А со звездочкой, BA из А, должен совпадать со скалярным произведением тернарной операции на элементе из А, А со звездочкой А, но уже в другом порядке. Ну, то есть порядок тут как бы везде меняется. Здесь BA, здесь AB, здесь GF, здесь FG. Тернарная операция берется скалярное произведение с элементом G.
Вот если мы определим двойную скобку таким образом, то мы можем проверить, что в точности Маурер-Картан степени 4 – это Лейбниц, дает Лейбница, и Маурер-Картан степени 5 дает Якоби. Причем это верно для ну, давайте вот я сразу покажу утверждение. Причем это верно сразу всегда для любой структуры, у которой просто отсутствует четвертая компонента, остальные могут присутствовать. То есть вот только четвертая компонента должна быть равна нулю. Тогда мы, вот, мы получаем из Маурера-Картана тождество Лейбница N и из Маурера-Картана степени 5 тождество Якоби. Но если старшие компоненты тоже отсутствуют, то есть если нет и компонент степени больше 4, то на самом деле мы не получаем никаких других тождеств, кроме двойного тождества Якоби и Лейбница. То есть мы получаем в точности соответствие, биекцию между пуассоновыми структурами двойными пуассоновыми структурами и Преколабиевыми структурами, у которых присутствует только вторая и третья компонента. Ну, и еще я тут должна была сказать, что еще от этой структуры требуется, что она от Преколабиев, что она была бы, так сказать, типа B, то есть в ней присутствуют вот только не нулевым образом, только компоненты тензора А со звездочкой А и на выходе А. То есть только компоненты вот такого типа в Преколабиев структуре не нулевые. А если у нас есть, например, А со звездочкой А в А, то вот таких компонент нет. Это вот тип Преколабиев структуры, который будет давать нам двойную пуассоновую скобку. То есть там много еще есть всего, и тогда мы не получим, если вот мы рассматриваем вот структуру, у которой другого типа операции присутствует, мы не получим нужной двойной скобки, а только вот эта часть Преколабиев всей дает нам двойную скобку. Вот. Ну, это, так сказать, точная проверка руками, как вот одно тождество, как Маурер-Картан переписывается вот в тождество Якоби и Лейбница. Поэтому она верна для любой ассоциативной алгебры, кстати говоря, в отличие от более таких концептуальных соображений, которые вот я сейчас попытаюсь продемонстрировать, почему, собственно, вот эти решения Маурера-Картана соответствуют вот этим вот тождествам Якоби и Лейбница двойным. Так сказать, постараюсь дать другой взгляд на это, который объясняет этот феномен. Но, к сожалению, это объяснение, оно немножко... Нам нужны некие вещи про алгебру. Ну, например, мы обычно рассматриваем свободную алгебру или алгебру путей квивера. Любого квивера, кроме, кстати, квивера, который есть одна петля, то есть коммутативная алгебра – это исключение этой во всей истории с одной переменной. Вот, это вот не разрешается.
Но здесь вот как бы, когда мы просто устанавливаем соответствие между двойной скобкой и вот вкладываем ее в преколлабиал, тут алгебра совершенно любая, потому что проверка идет, так сказать, дословная. Вот, ну хорошо, значит, я перехожу к попытке, так сказать, объяснить, почему эти тождества связаны, как они вообще, так сказать, да. Значит, для этого, значит, я определяю старший Хохштедт-комплекс, то есть мы рассматриваем такие же хомы из копий алгебры, из степеней алгебры А, но уже теперь не в алгебру саму, а тоже в ее степень, какую-то другую степень. И тут, конечно, вот дифференциал на этом комплексе будет происходить из того, что, в общем-то, комплекс получен, ой, тут вот опять опечатка, это должен быть хом из барка, из степени бар-комплекса в степень алгебры А с соответствующей структурой модуля над степенью алгебры. То есть, вот когда мы пишем этот хом бара, то у нас возникает соответствующий дифференциал, когда мы еще мы потом как бы перепишем это как хом над полем, ну, то есть, в общем, структуру бимодуля. Бимодульная структура позволяет написать дифференциал. А дальше это вот пишется уже как хом над полем. И точно так же это делается для случая n равно единице. Вот, то есть вот этот обычный дифференциал Хохштедтова комплекса – это просто дифференциал бимодульного хома из барова. Вот. Но тут есть некие нюансы в ситуации, когда у нас есть много выходов. А именно, вот мы должны правильно определить структуру модуля, структуру АН-модуля на АН, и вот взять вот этот значок, это как бы значит, что мы берем не все элементы этого хома, а только некие элементы инвариантные относительно некоторого действия. Сейчас я, значит, это объясню. То есть, значит, во-первых, какова бимодульная структура на этой n-той степени алгебры? Это значит, у нас будет бимодуль над n-той степени алгебры тоже. И умножаем мы элементы с n-той степени алгебры справа и слева. Соответственно, слева мы умножаем обычным образом, просто покомпонентно, а справа происходит некий циклический сдвиг. То есть мы умножаем сначала на b2 и так далее, и кончаем на b1. То есть вот эти вот вторые индексы, вторая компонента циклически сдвигается. Вот. И тогда, да, ну и вот, значит, на этот элемент старшего Хохштедтова комплекса мы можем смотреть как на некую мультиоперацию. То есть вот там у нас было, входы, группы входов RI в количестве N штук, N большое. То есть это на самом деле вот можно изобразить, так сказать, схематически, как вот RI входов и один выход на каждый. Вот, чтобы определить вот эту инвариантность относительно действия, я вот как бы лучше использовать вот это вот графическое представление. То есть мы будем говорить, что вот эта мультиоперация или линейная комбинация мультиопераций с одинаковой структурой инвариантна относительно действия Zn большое. Если вот мы можем повернуть это колесо, так сказать, так, что структурно будет совпадение, и операция действительно будет та же самая. То есть вот поворот на
который совмещает с собой, ну, скажем, выходы, если он сохраняет операцию, то операция инвариантна. Вот, значит, то есть в этот комплекс мы возьмем только те операции, только те хомы, которые ZN инвариантны. Ну и, соответственно, вот это у нас будет этот самый комплекс. И на нем опять есть похожим образом определяемая скобка через прелиструктуру подставления, так сказать, любого выхода одной операции в любой вход другой операции. Теперь уже выходов может быть много, и мы как бы все эти выходы из первой операции вставляем во входы с соответствующими знаками. Это будет тоже структура Винберга. И Лиевская операция, которая из этого получится, дает нам некую Ли-скобку. И вот Преколаби-Яу-алгебра структура, другое определение того же самого, что вот я только что определяла, это элемент этого комплекса, вот высшего циклического Хохшильд-комплекса, который является решением Маура-Картана относительно вот этой скобки. Да. Индекс G маленькой, извините, G маленькая там, да. Это как, что за индекс? Вот это? Да-да. Это вот как раз вот эта операция, это скобка, которая получается из прили скобки вот такого типа, когда мы все выходы одной, ну, G, например, вставляем в любые входы F и, так сказать, с любыми знаками их композируем. То есть это для любого G должно происходить? Это определение Лиевской скобки. Да. Ну, прели скобки для начала. Прели структуры. Ну, вот это уже определение Лиевской скобки из прели структуры. А вот прели структуры – это вот эта композиция. Композиция определяется таким образом. Вот у вас есть две операции G и F. Как обычно мы композируем деревья. Только здесь у каждой операции есть много входов и много выходов. И мы вставляем все выходы одной операции во все входы другой операции с соответствующими знаками. Это есть F кружочек G. Это композиция. А почему вот это G присутствует еще в нижнем индексе? Вот в этом индексе? А это не то G. Это Герценхабер же. А, понятно. Ну, в общем, это... Или Generalized. В общем, это другой же. Нет, это просто буквы, которые определяют скобку. Так же, как у Герценхабер скобки есть G большое, тут вот такие буквы G. Нет, это не то же. Спасибо. Да. Вот. Ну, вот, значит, у нас есть теперь этот высший комплекс с такой вот скобкой и уравнение Маура-Картана. Решение уравнения Маура-Картана – это наши Преколаби-Яу структуры. Это как бы то же самое. Теперь вот это, значит, старший Хохшильд-комплекс. Ну, во-первых, оказывается, что для хороших алгебр, а именно вот как раз свободных алгебр и алгебр путей всех квиверов, кроме петли, гомологии этого Хохшильд-комплекса, они сидят в одном месте. Вот это как бы наиболее интересный факт, который мы
замечаем, ну, доказываем. И делается это посредством рассмотрения некого маленького подкомплекса в этом большом Хохшильд-комплексе циклическом, который, ну, я, наверное, не буду как бы рассказывать подробно, как этот комплекс получается, но я приведу в нем некий базис, который, ну, чтобы показать, что это действительно подкомплекс в большом Хохшильд-комплексе, я его как бы вложу вот в большой Хохшильд-комплекс, этот базис, явно. Базис состоит из так называемых кси-дельта-мономов, которые... Вот это вот кружочек вот этот, это есть кси-дельта-маном. Ну, давайте думать о свободной алгебре. То есть это как бы как маном в свободной алгебре. Вот везде здесь стоят маномы из свободной алгебры. Но с разделителями двух типов. Дельты. Дельты, у нас столько же дельт, сколько переменных в свободной алгебре. И кси – это какая-то одна фиксированная переменная. Вот. Ну, на самом деле, дельты происходят из ядра, это как бы отголоски базиса в ядре умножения на нашей алгебре, а кси – это базис в квадрате алгебры. Она, ну, в общем, короче говоря, вот базис выглядит так, что это такой маном циклический, где здесь стоят переменные, и переменные разделены вот дельтами и кси в любом количестве, в принципе. Вот это как бы это и линейные комбинации этого составляют наш маленький комплекс, и это есть некий базис в комплексе маленьком, подкомплексе в высшем Хохшильд-циклическом комплексе. Теперь как этот базис вложен в Хохшильд-комплекс, в старший. Для этого нам нужно определить, чтобы как бы показать, каково вложение, нам нужно определить операцию, которую определяет вот это вот циклическое слово. Значит, определяет он операцию следующим образом. Допустим, вот у нас есть операция как элемент старшего Хохшильд-комплекса. Значит, вот пусть у нас есть операция из... На входе у нас есть три копии алгебры А и на выходе мы получим пять копий алгебры А. Элемент из пятой степени алгебры. Значит, что мы делаем? Мы вставляем сюда вот это слово так, чтобы x и t, это слово тоже из свободной алгебры, пусть сейчас, хотя это вот я говорю, что это обобщается. Значит, свободная алгебра, здесь вот стоит, допустим, какая-то буква x и t в этом слове. Мы ее склеиваем с одноименной буквой дельта ИТ. Ну и то же самое делаем каким-то образом сначала. И то же самое делаем для трех других входов, приклеиваем их к соответствующим дельтам. Дельт столько же, сколько входов у операции, которые получится. Теперь как мы читаем результат этой операции, как мы читаем выходы? Мы читаем вот это слово, вот так, до этого места. И потом читаем, значит, то, что написано на исходном маноме до места кси, до ближайшего кси. Если кси нет, то до следующего дельта. Ну, в общем, вот. И вот этим зеленым это обозначен выход этой операции, который на самом деле вот имеется в виду, вот слово, прочитанное вот таким образом. Ну и, соответственно, вот
Вот здесь мы тоже делаем то же самое. То есть мы как бы читаем вот этот кусок входа, этот кусок самого монома, который определяет операцию, и этот кусок другого входа. И вот все это вместе составляет выход. Ну и, естественно, мы делаем это всеми возможными, вот эти приклеивания иксов к соответствующим дельтам, мы делаем всевозможными способами и суммируем это с определенными знаками. То есть вот таким образом этот базис является вложен в Хай-Хохшильд-комплекс. Ну вот давайте теперь посмотрим на один пример, который показывает, что операция, таким образом определенная по вот кси-дельта-маному, это не все операции комплекса таким образом реализуются. Вот только некоторые элементы комплекса, вот они происходят из кси-дельта-маномов, и операции, которые происходят из кси-дельта-маномов, вот операции из второй степени А во вторую степень А, давайте рассмотрим, вот они автоматически будут удовлетворять двойному тождеству Лейбница. Ну, действительно, вот смотрите, мы приклеиваем всеми возможными способами вот эти два входа и получаем вот эти два выхода. Таким образом, что читаем вот здесь, здесь, здесь и здесь, здесь. Вся эта сумма возможных склеиваний разобьется на две части. Вот когда точка склейки лежит как бы, ну, не с одной стороны, ниже, чем разбиение. Теперь у нас один из входов разбит на две части, У1 и У2. Вот этот вход, он разбит он есть произведение У1 и У2 в Лейбнице. То есть вот это слово у нас теперь состоит из двух кусочков. И все возможные его приклейки к нашему исходному маному, они как бы разобьются на две части, когда разбиение на два подслова вот выше или ниже. Если оно выше, то мы, очевидно, имеем операцию определенную выше для У2, у которой вначале всегда стоит У1. Вот как в этой части. Если ниже, то мы получаем вот эту часть. То есть по определению того, как операция возникает из кси-дельта-манома, мы видим, что Лейбниц удовлетворен. То есть эти элементы маленького комплекса, они всегда удовлетворяют Лейбницу. Ну, Якоби – это уже дополнительное условие. Да, теперь вот на этом маленьком комплексе, на нем, ну, это как бы, на нем есть структура липод-алгебры, то есть скобка, конечно, замкнута относительно внутри этого комплекса, но это можно по-разному показывать. Но тут вот мы показываем это конструктивно, то есть мы показываем, что действительно скобка произведения двух элементов этого комплекса, то есть двух кси-дельта слов, мономов, она даст операцию, которая опять кодируется кси-дельта мономом. И маном вот получается таким способом из двух исходных. То есть если мы берем один кси-дельта-маном и другой кси-дельта-маном, а потом приклеиваем одноименные иксы из одного манома к дельтам из другого манома и вычеркиваем этот икс и дельта и как бы открываем этот маном, вот получается новый кси-дельта-маном, который соответствует операции, ну, в данном случае композиции, это еще надо еще взять это в обратном направлении, иксы приклеить к дельте,
И тогда мы действительно получим ксидельтомоном, соответствующий скобке, вот той скобке на Хай-Хохшильд комплексе Ливской, которую мы имели, но она замкнута на маленьком подкомплексе, и на маленьком подкомплексе она имеет вот такую интерпретацию в терминах мономов. То есть это будет маном, вот полученный таким образом из исходных. Ну, это вот тут как-то это доказывается. Ладно, это я не буду, как оно там доказывается. Да. Вот тут что я еще хотела отметить, что... да, что... ну, доказывается оно так, что просто вот мы, когда мы производим эти композиции, рассматривая вот эти кси-дельта-мономы как операции, то на самом деле все, что вклад, дают только вот входы и выходы дельта... нет, как раз вот входы не дают вклад, а вклад дают только то, что написано действительно на самом маноме. Ну, да, это надо либо подробно объяснить, либо вообще не объяснить. Да. Вот, поэтому как бы в результате остается только то, что было написано на самом маноме, как-то скомбинированное. Вот, теперь, значит, я хотела сделать замечание, да, про связь с классическим уравнением Янга-Бакстера. Ну, это, собственно, было замечено вот в работе Шиндлера, что если мы имеем, опять же, мэп из квадрата алгебра в квадрат алгебра, или да, любой алгебра, вот, то, то что такое решение классического уравнения Янга-Бакстера? Вот оно, уравнение Янга-Бакстера на этот мэп из квадрата в квадрат. И это на самом деле в точности двойное тождество Якоби на этот мэп из квадрата алгебры в квадрат алгебры. Ну, таким образом, решения этого классического уравнения, они получаются из любой двойной скобки или из любой Приколоби-Яо структуры. Ну, это как, так сказать, замечание и следствие из всей. Да, и если мы имеем представление вот этой структуры как ксидельтомоном, то, соответственно, такое же представление мы можем использовать в каких-то целях для описания решений классического Янга-Бакстера. Вот. Ну, теперь пару слов, значит, собственно, о вычислении вот гомологии этого высшего комплекса через вычисление гомологии маленького подкомплекса из ксидельта слов. Значит, ну вот, если мы так вот рассматриваем тут некие слайсы нашего всего комплекса, вот по степени общей, или по степени по кси, или по степени по д, вот наши мэпы в этом комплексе будут, например, вот магическую градировку по степени кси, то есть вот по степени кси там и факт тот, что что гомологии этого комплекса будут сидеть все вот здесь в компоненте с нулевой степенью по кси. Вот, то есть гомологии
Да. Да. Ну, доказательство этого факта да, опять же, это использует написано ли это в формулировке? Да, здесь алгебра А предполагается либо свободная алгебра от двух переменных и больше, либо алгебра путей любого, ну, да, любого квивера, у которого как минимум две вершины. Ну, в общем, алгебра любого квивера, кроме одной лупы. Вот. И это существенно. И вот в этом доказательстве, использующем теорию базиса Грёбнера, и свобода, в общем-то, нужна, потому что нам нужна гладкая алгебра, в том смысле, что ядро умножения должно быть проективным бимодулем над этой алгеброй. Такая два гладкости, вот, если введённая еще Квиллину. Вот. Это, собственно, нужно для того, чтобы мы могли работать с маленьким комплексом, потому что он квазиизоморфен большому, вот в случае, если алгебра, если это ядро проективно. Вот, ну, значит, как, собственно, несколько, может быть, слов. Я, конечно, все доказательства воспроизводить не могу, но как бы некоторые замечания о том, как используется, так сказать, теория базисов Грёбнера в доказательстве того, что эти гомологии сидят в одном месте. Ну, во-первых, мы, вот у нас дифференциал в этом комплексе, он, так сказать, в некотором смысле подкрученный. То есть дифференциал любого монома, начинающегося не с кси, он заменяет кси на вот эту сумму коммутаторов d и x. Да, d и это... Ну, в общем, это некие переменные в том же количестве, в котором мы имеем x. Да, вот, короче, вот этот дифференциал определяется таким естественным образом для слов, которые не начинаются с кси, а для слов, которые начинаются с кси, он в некотором роде подкрученный, то есть... Ну, опять же, если кси выделить первым, то он по-прежнему действует, а вот если нет, то он заменяет это не на коммутатор, а мы получаем два члена, у которого в начале иксы, а в другой член, который должен быть бы иксы, да и у него иксы переходят в конец, то есть он такой циклически подкрученный. Вот. Так вот, мы сводим сначала вычисление гомологии относительно этого подкрученного дифференциала к вычислению гомологии относительно обычного дифференциала, который просто заменяет кси на дельту везде, где бы она ни стояла. Вот. Ну и тут, значит, ну вот, например, если мы хотим доказать, что гомологии в месте, где степень по кси равна единице, то есть следующее место, вот
то, которое вот мы рассматриваем, одно из существенных мест во всем этом доказательстве, это вот рассмотрение первого места, где нулевая гомология. Ну, и дальше они будут нулевые, но дальше уже это некоторая индукция, а вот здесь вот это как бы так использует вот какие-то элементы, так сказать, теории базисов Грёбнера. Ну вот именно мы говорим, мы рассматриваем некие сизигии, базис идеала, порожденного одним элементом, и этот один элемент строится по дифференцированию. То есть вот у нас есть элемент. Да, мы хотим, значит, показать, что вот, вот если у него дифференциал нулевой, то у него и что он является образом чего-то. То есть гомологии нулевые там. И вот как бы, чтобы найти то, чего образом он является, мы замечаем, что мы рассматриваем, значит, вот идеал в этой алгебре, где порождающим является и x, и дельта, и идеал, порожденный вот этим суммой коммутаторов иксов и дельт, этим вот дельта большим, и вот используя, так сказать, тот факт, что любой модуль сизигии, вообще говоря, всегда порождается либо тривиальными сизигиями и сизигиями, которые возникают из разрешения неопределенности Байеса Грёбнера. Тут у нас идеал порожден одним элементом, вот этим дельта, и при как бы правильном выборе упорядоченности мы всегда можем добиться, что, ну, в общем, это легко добиться в данной ситуации, что этот элемент является базисом Грёбнера, и неопределенности нет. То есть это значит, что модуль сизиги порождается в точности тривиальными сизигиями. Ну и вот это выражение сизиги через тривиальные сизиги позволяет представить наш элемент, который из ядра, как элемент из образа. Вот он является образом дифференциала, вот элемента, полученного из этого выражения через тривиальные сизиги. Ну, это только как бы один такой маленький момент в доказательстве. Оно на самом деле, просто чтобы понять флейвор того, что происходит, вот происходят какие-то использования отдельных свойств базисов Грёбнера и, так сказать, применение это к идеалам, которые там появляются, вот, например, идеал, порожденный вот этим дифференцированием. Вот. Ну и как следствие этого результата про то, что гомология сидит в одном месте, этот результат имеет как бы всякие хорошие, это очень удобная ситуация, как бы он имеет всякие хорошие следствия, которые уже более-менее стандартны. Вот, ну, например, вот, значит, мы имеем формальность вот этой Дегели-алгебры на Хай-Хохшильд-комплексе, то есть это значит, что существует L-infinity морфизм между вот самим комплексом и гомологиями с нулевым дифференциалом, который является квазиизоморфизмом. Ну и это делается, в общем, опять же, стандартными методами, зная, что гомологии сидят в одном месте, это как бы можно доказать, используя вот эту стандартную структуру L-infinity на гомологиях, вот гомотопный трансфер этого Кадиашвили, используя ее, как бы это можно довольно стандартно увидеть, что формальность есть. Вот. Ну, наверное, на этом уже мне надо постепенно заканчивать.
Так что, может быть, есть какие-то вопросы. Наташа, еще раз большое спасибо за доклад.